В детстве бегали с пацанами на базу хранения военной техники, посмотреть на пушки, на танки, на солдатиков с автоматами, которые все это хозяйство охраняли. Не было у нас в городе музея военной техники, а в Тюмени такой появился, называется он «Галерея оружия победы». Здравствуйте, Александр. Вот с этого начинается ваш музей, но у меня вопрос, а с чего он начался вот на самом деле? А когда появилась идея? Кто автор идеи? Вообще, как она появилась? Ну, увлечение, скажем, военной тематики и познание, как бы, да, расширение своего кругозора, да, как бы переросло все, что в идею, которую можно воссоздать и погрузить в это граждан. Uh-huh. Чтобы они более обширнее знали не то что историю, да, как бы, вообще вооружение нашей страны, в военные годы, как, насколько было сложно, насколько были плюсы и минусы у каждого вооружения. То есть вы изначально просто увлекались военной техникой, а я так понимаю, у вас есть какие-то соратники ваши, да, с которыми да, вы все это да. делали? У нас группа лиц, как бы. Я вот сейчас за пулемет держусь. Это Максим. Все правильно, да? Это копанный Максим. Копанный что значит? Его выкопали с мест боев. Да, с мест боев. Он деактивирован лазерным путем. Угу. Прицельная дальность 2200 метров. Понятно. У меня вот дед с таким служил. Пока не был ранен, да, он был пулеметчиком, потом уже продолжил сапером. Но я заглянула в ту комнату, там стоит счетверенный. Это ПЗО. Это четырехствольный, да? Да. Давайте его посмотрим Максим. Сейчас. Туда пойдем. Вот эта установка использовалась нашими войсками Вторую мировую войну, да? Для того, чтобы, ну, в общем-то, бороться с самолетами гитлеровцев. Да, как бы четырехствольный пулемет Максим выпускал примерно 2000 патронов в минуту. Фюзеляж попадало, ну, максимум 10. В лучшем случае. В лучшем случае. Тем не менее, это действовало ну, устрашающе, потому что такой рой пуль летит. Вот я вижу в ящике, да, вот. Это примерное как бы выражение, сколько патронов использовалось на минуту-другую, допустим. То есть ящик за минуту вылетал? Да. Понятно. Где вы берете свои экспонаты? Ну, мы их покупаем с полигонов, они уже деактивированы. Вот это сложно, вот сложно найти вообще какой-нибудь вот нужный. В любой работе есть сложности. Да? В любой работе есть сложности. Вот это учебный малютка, так называемый. Это малютка, и вот на фотографии мы видим, вот так она переносилась, да. Если, так сказать, в пешем порядке, да? Он являлся как переносным, сразу это уже была и установка. Но потом стали ставить и на бронетехнику, я понимаю, и на вертолет. Он использовался и в вертолетах, и на бронетехнике, и в пехотном варианте. Александр, а сколько залов-то у вас здесь вообще? 10 залов, связаны одним историко-компенсационным замыслом. Для познания, как бы, развития в нашем населении, да, патриотизма к нашей стране. Потому что взять историю нашей страны, ну, в общем плане знают все. Более углубленно знают единицы. Мы бы хотели также, чтобы здесь были и дети, как бы посетили, директора школ, как бы пришли, посмотрели, дали направление, просто сами оценили нашу работу и дали направление родителям. Насколько важно и нужно, как бы, детей приводить сюда, чтобы они слушали эту 40-минутную лекцию, чтобы они формировались, ну, в сравнении с пропагандой, которая сейчас происходит, как бы, против нашей страны. Это у нас минометный зал, уникальные экспонаты, японский миномет. Вот он использовался как с чекой в ручном варианте, как граната, и также использовался как миномет. То есть он, ну, грубо говоря, с колена стреляет. Коленный. Он назывался коленный. Понятно. Это времен войны. Это 40 миллиметров копанный миномет. То есть тоже выкопан с мест боев, да, восстановлен. Ну, небольшая реставрация произведена. Кто у вас занимается реставрацией вот этого всего? Все делаем сами. Сами делаем? Мы делаем все сами. И у вас большая компания вообще? Ну, сейчас наша компания состоит из 3-4 человек. Как бы у каждого есть своя работа, каждый знает, как бы, свой род деятельности. И поэтому у нас уже, как бы, все поставлено на свои места. И после этого мы уже решили, как бы, открыть прекрасную галерею, которая поможет познать людям, как бы, нашу историю. Вот это артиллерийская комната, это приборы измерения.
которые используются до сих пор. При этом всем как бы... До сих пор используются? Да. Век GPS, да, так сказать? Ну, когда GPS отключится, наши солдаты будут стрелять. Вот не зря говорят, что мы до сих пор можем и по картам ориентироваться, да, и использовать вот такие вот, друзья, уникальные, как я считаю, вещи, да. Не будет связи. Попадание будет. Все равно справимся, да. Попадания артиллерии будут точными. Своего рода игра будет. Отдает нам франшизу Беларуси. Это организация, которая входит в десятку лучших по миру. Раньше они занимались комнатами страха, теперь перешли они на военную тематику. Понятно. Мы с ними сотрудничаем. Вот вы про тир заговорили, а я вот взял вот эту вот штуку. Я его ружьем-то не, винтовкой не назову, потому как это муляж. Но это старинный муляж, да, и он тяжелый. Что это такое вообще? Это муляж винтовки Мосина. Зачем он нужен? Ну, как бы учения проходили, учения были, именно на нем разрабатывались изначально. То есть курсантов, да, будущих солдат уже учили обращаться с оружием, привыкать к весу, видимо, да, его этого оружия. Но, по сути, это оружием не является ни затвора, ни курка, ничего, но штука тяжелая. То есть, Александр, вот сейчас поставлю эти 10 залов, которые я сегодня здесь увидел, по сути, это только начало большого дела. Так? Да, мы бы хотели пригласить как бы Владимира Владимировича Якушева и нашего мэра города Мора Александра Викторовича, как бы, чтобы они пришли, посмотрели начало, которое уже запущено. Понятно. Ну что ж, я желаю вам, так сказать, успехов, да, чтобы сейчас 10 комнат, потом будет 20, потом на улице будут стоять танки и самолеты, как это во многих городах есть, но у нас пока нет. Пусть так и будет. Вам успех. Спасибо большое. Всего доброго.